Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что дефицит федерального бюджета можно покрыть за счет увеличения госдолга. Ну да, цена на нефть значительно упала, но более всего упала добыча нефти, газа и так далее. Понимаете? И это главное, даже не цена, главное объемы. То есть денег стало намного меньше. И поэтому вот Набиуллина предлагает, я так понимаю, брать в долг. Непонятно у кого, непонятно где, набрать долгов. Потому, почему она предлагает? Потому что понимает, что отдавать их не придется. То есть ей для работы сейчас нужны деньги. Она их перерабатывает в частные деньги, вы уже видели, да, то есть они пытаются удержать рубль, и на этом очень хорошо зарабатывают, на всяких форексах и прочее, прочее. Я думаю, мы узнаем, ужаснемся, какие суммы они вытащили таким образом, потому что они знают информацию, знают, когда, какое количество будет покупаться, какое количество будет продаваться, а значит, движение на рынке абсолютно очевидное в ту или в другую сторону, и они могут на этом играть, на понижение, на повышение, на чем хотите. Поэтому им нужны деньги, чтобы продолжать вот то, что они делают. Где их взять? Легче всего их взять там, где дают. Да? За бугром, где угодно. Понятно, что долги России не очень большие. Мы говорили, я имею в виду государство самого. Огромные долги там у «Газпрома», у «Роснефти», у всех-всех-всех. А у российского государства там чуть больше 100 миллиардов, в общем-то, эти деньги есть даже сейчас у них, чтобы отдать. У них никогда нет денег, чтобы платить народу, а для себя-то у них есть деньги. Поэтому посмотрим, сколько они долгов нам наколупают. Но это решение, которое говорит о том, что они все сдают. Они уже, ну, по крайней мере, если Путин этого не понимает, то вот эти банкиры, они уже все поняли. Они пытаются хапнуть как можно больше денег, чтобы продержаться как можно дольше. Но понимают, что придется катапультироваться. И российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль. Ну что ж, можно сказать, а откуда они ее получат? Прибыль-то получать неоткуда. Прибыль дает какое-то производство материальных благ. Какое-то производство услуг, да, потребление дает какую-то прибыль всего этого, а ничего этого не было. И как мы смотрим, навряд ли будет уже. То есть все идет вот так. Ну, сейчас чуть-чуть выровняться в связи с тем, что там людей выпустили, там что-то какие-то покупки начнут делать, но денег-то у них больше не станет, откуда они возьмутся. Все деньги украл Путин, Вова, вместе со своими Наибнулиными там и со всеми остальными. Они все уперли. Ничего нет и не будет уже никогда. Они никогда в экономику не дадут больше ни копейки. Зачем? Ну зачем это им нужно? Они же понимают, что все равно спасти уже ничего нельзя. Так какой смысл тратить деньги? Как помните в том еврейском анекдоте, если Бог умеет творить чудеса, зачем ему рисковать своими деньгами? Вот так и они будут сейчас творить чудеса, нахер им деньгами рисковать. Путина никто ни во что не ставит. Алексей, это очень правильно, но это надо донести до каждого, потому что об этом еще не каждый знает, что Путин ничего из себя не представляет, что Путин ноль. Вот Путин ноль, его обнуление должно в виде Путин тире ноль. Все, Путин ноль. Люди должны понимать, что он абсолютно ничтожество. Тогда они перестают бояться. Ничтожество стыдно бояться людям.